Городской клуб ветеранов «Ты помнишь, товарищ» тоже отметил день освобождения Калинина. На торжественное мероприятие собрались разные поколения тверичан. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В фойе ДК «Химволокно» многолюдно. Звучит оркестр. Участники клуба «Ты помнишь, товарищ» танцуют под популярные мелодии своей юности. Сегодня вдоль стен выставка фотографий и документов, где рассказано о сражениях за Калинин. Наши праздники имеют давнюю традицию, которая появилась в далеком 1984 году. Это происходит вот в той форме, которую вы сейчас видите. Но самое главное, что мы на какой-то период, молодежь и ветераны труда войны, оказываемся вместе, живем одной идеей вот в данный момент. А тех, кто защищал Калинин в годы Великой Отечественной, вспоминали сами ветераны и приглашенные гости. На экране кадры хроники освобождения города. В зале традиционно много молодежи. Это школьники и студенты колледжей, которые регулярно участвуют в мероприятиях и заседаниях клуба «Ты помнишь, товарищ». Ветераны нам сегодня рассказали о подвиге Степана Горобца, как он на своем танке проехал через город и принял участие в его освобождении. В завершении встречи состоялся праздничный концерт. Муниципальный духовой оркестр под управлением Павла Смирнова исполнил песни военных лет.